Все по-новому. Наша студия просто заиграла яркими красками, потому что у нас и на полу, и на кроватях, и на диванах спецпредложение дня. Легенда телеканала Шоп-н-Шоу. Плед королевский мех. Ну, я прекрасно помню этот плед, который всегда разлетается мгновенно. Юль, может быть, новые телезрители сейчас к нам только присоединились, не понимают, откуда это специальное предложение, почему именно это предложение сегодня специальное. Но это легенда телеканала Шоп-н-Шоу. Ты знаешь, не хуже меня, Олечка, сегодня в новых цветах представлен королевский мех. 10 цветов на выбор. Представляешь, какое богатство интерьера можно создать, сколько возможностей менять интерьер. Я тебе расскажу сейчас обо всех цветах обязательно подробно, куда, как, что можно применять. Ну и, конечно, за богатую фактуру полюбили наши телезрители королевский мех. Итак, специальное предложение только с сегодняшнего дня. Плед покрывало королевский мех с максимальной скидкой. 10 цветов на выбор. Персиковый, белый, очень красивый брусничный оттенок. И все цвета в богатой фактуре. Есть и яркие оттенки, есть и спокойные. Идем с вами вниз. Там темно-серый и светлый кирпич. Очень красиво. Это такая классическая палитра. И идем к ярким, Олечка, с тобой цветам, к необычным. На полу у нас красуется зеленый цвет. Он называется армейский зеленый. Травка настоящий. Армейский зеленый цвет. Цвет свежей травы. Идем с вами на кровать. И здесь два модных, Оль, в этом году цвет фиолетовый и цвет фуксия в тренде в 2016 году. Вот это фуксия? Так что, да, это фиолетовый, а фуксия вот следующий, который чуть-чуть посветлее. Королевский мех в этих цветах подарит современность вашему интерьеру. Если вы искали эффектный, необычный аксессуар для украшения, то королевский мех в этих цветах – это ваш правильный выбор точно. Идем далее. На кровати у нас красивые цвета. Я уже запуталась. 10 цветов на выбор. 10 на кровати. Еще 2 цвета. Это салатовый и кофе. Посмотрите, два пастельных оттенка, которые, кстати, очень хорошо между собой сочетаются. Так что специально предложила на диванчик именно это сочетание. Слушай, ну, с одной стороны, мне нравится, когда присутствует такое изобилие цветов, но с другой стороны, знаешь, мне сразу становится сложно. Я теряюсь. Я не знаю, какой именно цвет мне расположить в моем интерьере. А какие у тебя основные цвета в интерьере? Ты мне расскажи, я тебе посоветую. Смотри, у меня золотые обои, у меня коричневая мебель, диван. Угу. Тоже коричневый. Слушай, ну, как считаешь? Твоему интерьеру не хватает красок. Вот что я считаю. Добавь немножко витаминного коктейля. Посмотри, какие два ярких цвета есть, модные в этом году. Угу. Вот фуксия подойдет тебе очень хорошо. Ягодный цвет тоже прекрасно подойдет. И фактура, ты знаешь, я уже пробовала. Я себе выбрала салатовый, ты знаешь, чтобы немножко, наоборот, успокоить свой интерьер. Угу. Прекрасно смотрится. У меня темно-зеленый коврик и светлая салатовая. Такая прямо пушистая фактура меха, королевского меха на кровати. Так что, конечно, ну что ж, если наши телезрители уже определились цветом, хочу напомнить, нужно брать королевский мех прямо сейчас. Ну, во-первых, сегодня действует максимальная скидка, Юль, 1000 рублей. Сегодня есть возможность приберечь, удержать у себя в семейном бюджете 1999 рублей, меньше 2000 рублей. Королевский подарок для своего интерьера, я считаю так. А, кстати, какие размеры? Очень важно, потому что телезрители, может, не понимают, каких размеров мы сегодня представляем плед. Ты знаешь, мне очень нравится, что наш королевский мех представлен в большом евроразмере. Давай покажем. 220 на 240. Это говорит о том, что и на большую кровать в спальне, и на диваны, и на кровати. Если вот лежит наш королевский мех, например, в спальне на кровати, то так красиво драпируется, так эффектно. Ты знаешь, я все спрятала, что у меня лежало под кроватью. Вот, я тоже люблю, когда немножко свисает покрывало, потому что у меня дети постоянно либо машинку под кровать загонят, либо еще... Ой, чего там только у нас нет. Раз в 3 месяца генеральную уборку там провожу. И вот чтобы это все задекорировать, люблю свисающие пледы и покрывала. Если вы тоже предпочитаете большие королевские размеры, звоните, это плед то, что нужно. 220 на 240. Напоминаю, что это предложение сегодня особенное на нашем телеканале. Сегодня и только сегодня действует максимальная скидка. 1000 рублей сегодня вы экономите. За 3 месяца, уважаемый продюсер, помогите. Было продано 5177 королевских пледов, королевского меха. Это очень хорошая статистика. Теперь я понимаю, почему этот плед сегодня специальное предложение. Ну что ж, Юлечка, мы с тобой рассмотрели этот плед. Он красивый, он многофункциональный. А насколько это практичный вариант? Потому что здесь столько, посмотри, ниточек, не будут ли они вылезать? Да, ты знаешь, действительно богатая фактура у нашего королевского меха. Причем двусторонняя фактура. Вот, Оль, посмотри. Так. С одной стороны пушистый, густой ворс, с другой стороны
данный эффект стриженной норки. Вы тоже посмотрите. И причем это два полотна, соединенных в одно. Я понимаю, что у тебя вопрос, как поведет себя особенно, наверное, пушистая сторона. Ну, ты знаешь, у всех у нас есть, ну, у кого-то есть животные, они линяют. Да, я понимаю. Смотрю, когда на этот плед, у меня почему-то тоже ассоциация с животным. Он очень мягкий, такой же приятный по тактильности. Но я переживаю, не будет ли наш плед линять, так же, как животные. Ты знаешь, закреплен ворс высокотехнологичным специальным способом, поэтому не выдергиваются ворсинки, он надолго сохраняет свой первозданный вид. Его можно стирать в машинке совершенно спокойно при температуре 30-40 градусов. При этом, Оль, что хорошо, после стирки он не сваливается, то есть всегда оставляет свою богатую, пушистую фактуру и драпировку красивую. Давай я тебе покажу. Давай. Очень красиво драпируется. И вы тоже идемте за мной, это правда здорово. За счет того, что плед прекрасно драпируется, за счет своей трикотажной основы, он очень красиво ложится по конфигурации мебели. Вот я вам сейчас продемонстрирую, да, как вот прямо такими фалдами красивыми не спадает наш королевский мех. Интерьер ваш будет играть совершенно по-новому. И такой интерьер никогда не будет скучным. Олечка, ты только посмотри, сколько блеска, только переливов дает богатая фактура королевского меха. Слушай, я бы хотела, конечно, разнообразить свой интерьер. Я присматриваюсь к светлым, ярким оттенкам. Если вы также подыскиваете для себя что-то особенное в интерьер, новую обивку для вашего дивана, предположим, королевский мех. Он ваш прямо сейчас, если вы успеете его заказать. Звонки бесплатные. 1999 рублей. Цена только сегодня.